никто ничего никому не сказал. Позвонила секретарь и сказала, что будет совет. Явка обязательно. Ольга Алексеевна, может быть, вы что-нибудь знаете? Ничего я не знаю. Письмо какое-то было. Министерство. А говорить не знаете. А тут министерство. Кто это мог сделать? Да наверняка кто-то из недовольных. Много как развелось. Не понимаю, чем можно быть недовольным? Один из лучших лицеев в России. В чем так, как нигде. Даем объемные, сложные задания. Вот этим и недовольны. Я буду все время здесь, за дверью. Если вам будет что-то нужно, есть средство связи. Вот оно. Это наше ноу-хау. Смотрите, делай. Смотри. Нет! Дай сюда. Дальше. Ну ладно, я пошел. Здравствуйте, коллеги. Так, все собрались у нас. Прекрасно. Дело в том, что собралась сегодня вас не я, а пригласил вас, заслуженных учителей еще 13-й школы, Евгений Борисович Квашнин. Но мы еще услышим его обращение к нам, педагогам. Присаживайтесь. А для начала я зачитаю вам письмо из Министерства образования. Уважаемая Людмила Вениаминовна, просим вас разобраться в ситуации, сложившейся в вашем лицее. К нам поступают многочисленные письма с жалобами на перегруженность программ по математике, физике, информатике, химии, биологии, литературе и русскому языку. Не понимаю. Английскому языку, географии, физкультуре и всем остальным предметам. Ответ отправить по электронной почте в течение 3 дней с момента получения данного письма. Ха! А я что говорил? Дело пахнет керосином. Ну, будем разбираться. Сначала выслушаем того, кто написал это многочисленное письмо. Это всем вам хорошо известный персонаж, ученик 6 класса Владимир. Татьяна Васильевна, пригласите, пожалуйста. Володя, Володя! Вовочка! Ну что, посланец богов, заходи! Сейчас тебе разнос будет, и очень сильный! А где твое здравствуйте? Вот еще, я вам это, не вот это! Ты мне это, не вот этого! Выпечи свое внаключись! Ну давай говори, мы тебя все слушаем. Что тебя не устраивает, ВДЛ? Ладно, раз вы хотите, слушайте. Какой ужасный случай завел меня в лицей. Уроками замучил, бездельем не мили. Все математики его и информатики его меня замучили. И мучают нас всех до одного. Все математики его и информатики его меня замучили и мучают нас всех до одного. Не буду я учиться и на кружки ходить, а буду я лениться с утра баклуши бить. Все эти физики его, общество знания его меня замучили и мучают нас всех до одного. Все эти физики его, общество знания его меня замучили и мучают нас всех до одного. Ха-ха, какие страсти, невежливый я, так что ж, устал от ваших здрасти, вот вы не вам так помог. Все эти цирники его и все манерники его меня замучили и мучают нас всех до одного. Все эти цирники его и все манерники его меня замучили и мучают нас всех до одного. Yeah.
Распущенная до предела публика. Он скатился на нуль. Вот такая вот картина. Ну а разговаривать я буду с твоими родителями. Уважаемые преподаватели, прошу каждого высказать свое мнение по двум вопросам. Что нам делать вот с такими вот учениками? И как отстоять честь лицея в связи с участившимися жалобами? У нас юбилейный год, и вот такие вот явления нам все порят. Прошу, начнем с вас, Евгений Андреевич. Если на урок вдруг пришел в лицей, и ушами ты хлопал, если понял все, это... А когда наоборот... Если понял все, это... Хорошо. А когда наоборот... С телефона ты в интернет зашел, я узнал, ты стал охать. Если сам решил, это хорошо, а когда наоборот, плохо. Если сам решил, это хорошо, а когда наоборот, мысль твоя порой где-то далеко, отвечаешь ты нудно. То тебе легко, а когда наоборот, трудно. Если умный ты, то тебе легко, а когда наоборот, трудно. Спасибо, я вас поняла, Евгений Андреевич. А второй вопрос. Разрешите мне, я сразу на два вопроса отвечу. Конечно, Анатолий Валентинович. Я вам чем смогу, помогу, что тут сложного. Я помогу, чем смогу, что тут сложного. Если любишь ты природу и со мной в огонь и в воду, в экспедицию возьму, научу тебя всему. Я вам помогу, чем смогу, что тут сложного. Я помогу, чем смогу, что тут сложного. Не страшны олимпиады, получали мы награды. Сорос тоже не предел, в этом сила ФДЛ. Мы все вопросы решим, что тут сложного. Нет ничего никогда невозможного. Конечно, Татьяна Васильевна, прошу. Вы спросите меня, как вопрос решить? А я отвечу, за порядком вам надо бы следить. Когда порядок в головах и в учебе, и в столах, то ваше дело учиться в ХНЛ так много лет. Я здесь служу, я знаю правила, сама за исполнение присяжу. Как всегда, оставлю мне на миг, еще должна сказать о вас.
Смейтесь, смейтесь, а физика ведь это пропасть! Почему только физика? Химия давно уже там. Я больше думаю.
как в аптеке, все имеет суть и вес. Кое-как и человеку имя надо позарез. Но мы не зря давали, и пошла она слова. Школу как тогда назвали, так она и поплыла. Школу как тогда назвали, так она и поплыла. Ладно, что уж раз позвали, вам идею подскажу. Что все делать успевали, и по классам рассажу. Пусть ругаются, бунтуют, посмотрите на меня. Буду я стоять, как Цербер, на подходе к тем дверям. Буду я стоять, как Цербер, на подходе к тем дверям. Объяснить хочу вам темку, очень сложную на вид. Вы, конечно, не поймете, вот, Андрей еще терпит. Но мама говорила, что ты делаешь, сынок. Даром жизнь свою погубишь, не ходи к ним на урок. Даром жизнь свою погубишь, не ходи к ним на урок. Александр Семенович, все-таки это дети, и не только что они глупые и бездельники. Есть, конечно, исключения, но в целом... Америки, Германии, а добрые слова о лицею есть за что сказать.
Вон какие таланты от нас выходят. И поют, и танцуют, и продюсируют, и режиссируют. А начинали где? В нашем школьном хоре. Этот закон давно известен, что ФТЛ нельзя без песни, что вот здесь поют всегда. Главное те, что точно знали, время души поступали. Галина Матвеевна, мы вас пригласили как человека, который работал в 13-й школе, а потом в лицее более 50 лет. Всякое повидали. Что вы нам скажете? Молодцы. Спасибо, что не забыли. Пригласили. Некоторых из вас я учила когда-то. Хватит плакать, хватит.
жизнь в лицее, 20 с лишним лет веду. Много раз мой труд отмечен, и у всех я на виду. Успокойтесь, не грустите, и не надо лишних слов. Будет все у вас в порядке, если с вами от Евгения Борисовича. Я хочу приветствовать всех, кто собрался сегодня на юбилей нашего лицея. За время работы директором я понял, что самое главное – это личность, которую надо ценить и уважать. Нынешним ученикам я хотел бы пожелать трудолюбия, работоспособности, не забывать родное гнездо. А учителям я пожелаю не терять дух творчества. Все у нас будет в порядке, потому что в лицее есть свой особенный секрет. Людмила Нина, вам слово. Спасибо. Не секрет, что лицей не сегодня снова, несмотря ни на что, уцелел. Потому что мы все не теряли основы, что Евгений Борисович хранит нам велел. Недолгое молчание, ни грозное рычание, ни злобное ворчание нас не пугают, нет. Нам не страшны начальники, и пусть ВДЛ наш маленький, и пусть уже в компании огромный такой секрет. Ах, было бы куда, ах, было бы куда, ах, было бы куда вам приходить. Наш секрет — это знание, честь и отвага, и хороших друзей у лицея не счесть. Недолгое молчание, ни грозное рычание, ни злобное ворчание нас не пугают, нет. Ведь есть секрет, то маленький, у маленькой такой компании, хорошей такой компании, а лицейский большой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем его хранить. Директором была наша Серафима, правила свои дела, номер сохранила. Помнишь на Московской этот дом? Нет, не позабудешь ты о нем. Скажем точно, тут пол жизни потерял. Кто у нас в Тринадцати не бывал? Еще бы! Один из родов имена лучших педагогов.
школу славу обрела и достоинств много. А когда она ушла, школа сохранилась, сберегла все, что могла, тоже не изменилась. Переименована теперь, но все узнаваемо, верь, не верь. И все же, где б ты ни был, где б ты не придешь, нет-нет, да ты к тренажке повернешь еще ли. Стал ты ветром квашним, физик знаменитый, свой полезец подвел, дети и рутины. А сегодня правим здесь, правильно любила, у нее заслуг не счесть, многих научила. А где твои 17 лет? В школе на Московской. А где ни штуки нет, ни бед? В школе на Московской. И сегодня юбилей в ПТЛ тренажки. Процветай, родной лицей, будь здоров и кашляй. Где твои 17 лет? В школе на Московской. А где ни штуки нет, ни бед? В школе на Московской. И сегодня юбилей. Что тут можно сказать? Практически все сказано. Осталось только сказать спасибо коллективу лицея и тем учителям, благодаря которым он стоял, стоит, будет стоять, благодаря кому сегодня был создан этот спектакль. Наш великолепному пианисту Николаю Ардониди, который...